Если вы хотите интерьеры, как в лучших домах Италии, Милана, ну тогда винтажные цветы – это то, с чего стоит начать. Бренд Мариана выполняет купонные принты. Вот это огромное полотно вот это, да. 230 на 250. Вы видите, нам даже не хватает рук, чтобы вам нормально его продемонстрировать. И рост. Это огромное полотно Евромакси размера. И очень здорово, что это ручная работа, ручная раскройка. Вот для того, чтобы под огромное такое полотно четко попасть размер в размер рисунку, это делается вручную на огромных раскроенных столах. Мариана применяет эту дорогостоящую технологию, и вы в свой дом получаете эксклюзивное покрывало. Слушай, Юль, ну вот я понимаю, что такая технология, вообще ручной труд во всем мире, он дорогой. Да. Почему у нас на телеканале тогда вот на такую работу такие цены? Потому что мы напрямую работаем с нашим производителем. Да, нет да? перенаценок, нет ни никаких переплат. Вот, поэтому, конечно, есть возможность вам предоставить для вашего необычного интерьера эксклюзивную работу по привлекательной цене. Если вы любите сдержанные интерьеры, если вы любите интерьеры, как в модных журналах, тогда это покрывало «Винтажные цветы» специально для вас. Ну а если вы давно искали огромное покрывало 230 на 250, может, у вас кровать, как у меня, 180, нечем закрыть, тогда вы нашли то, что искали. Покрывало «Винтажные цветы». Юль, слушай, вот мне кажется, наша кровать, она у нас не особо большая, да, но с этим покрывалом еще больше смотрится. Да, Лидочка, и комната тоже станет гораздо просторнее. Вот если вам дома не хватает пространства, вот ощущение, да, что комната узенькая, есть комнаты футляры, давит стены. Я вам как эксперт или как дизайнер рекомендую, чтобы в комнате обязательно были светлые оттенки. Вот обратите внимание, как выполнены здесь тона, с какими приятными сочетаниями цветовой гаммы. Терракот, сливочная палитра, мока, цвет слоновой кости, благородный айвори. Здесь еще и с жемчужным отливом, потому что ткань тоже играет на переливы перламутровые. Вот все эти оттенки будут работать на расширение пространства. А Юлия Колосова будет работать для вашего интерьера. Юля, уже поступают звонки у нас в колл-центр, потому что все спрашивают, что за шторы висят у вас за кроватью, потому так. что ну, общая картинка всех, конечно, поражает. Расскажи. Шторы цветочный мотив. Я вам предлагаю, как второй акцент в интерьер. Вы все уже, наверное, заметили, конечно, насколько это заметили, гармонично, да. насколько соединится ваш интерьер, и вам не нужно будет ничего уже докупать и придумывать. Центр комнаты украсили с итальянским шиком подарком от бренда Мариана. И посмотрите в интерьере, как это выглядит вместе все. Посмотрите, как эффектно один аксессуар дополняет другой. Они просто вот вместе играют, как что-то неразделимое. И ваша комната становится светлой, просторной. И вы добавляете нотки итальянского шика. Апрель проходит под эгидой итальянского стиля. Италия – законодательница моды в интерьерах. И мы обязательно будем сегодня много говорить об итальянском стиле. Что ему свойственно? Умиротворение, так. лаконичные, правильные, безупречные формы. Мариана учитывает тенденции и поэтому предоставляет вам самый современный интерьер. Не упустите свой шанс оформить интерьер сегодня с итальянским. А я сразу открою вам один секрет. Ну как секрет? Я думаю, все женщины знают. Вот сейчас мы с вами смотрели, как оба элемента у нас выглядят в одном помещении. И шторы, и покрывало. Знаешь, сколько в магазине, Юль? Ну, ты, конечно, знаешь. Ты, конечно, знаешь. Вот сколько стоит такой комплект? Минимум 15-20 тысяч. Вот сегодня я не помню, сколько точно стоят шторы. У нас презентация будет чуть попозже. Но, вот мне уже подсказывают, что они менее 3 тысяч стоят. Представляете, полный интерьер готовый стоит менее 5 тысяч рублей. Вот точнее... 4 298. Людочка, вот причем так. интерьер, который четко делает оформление комнаты современным. Да, вы попадаете да. в тенденции, вы можете подчеркнуть свой изысканный вкус, вы сможете подчеркнуть статус вашего интерьера, поскольку здесь с изяществом прекрасного принта, это фотопринт, выполненный надежной краской, еще и соседствует потрясающий декоративный шелк. Так, то есть сегодня у нас девушки наши покрывают кровать шелком, да, и получают еще и для себя шелка. Потому так. что сегодня у нас с любым заказом идет в подарок шелковый платок. Украшаем себя да? и украшаем и свой интерьер. Да? Вот так, мы можем себе сегодня все это позволить. Ну, я думаю, что мы эстетическое наслаждение с вами получаем и от шторы, и от покрывала, и от гармоничного тандема. А сейчас практичные хозяйки навострили ушки.
И приготовились вашему вниманию одна из самых практичных тканей, ведь этот принт роскошный, нежный, да, шелк практичный, он бывает практичным, если речь идет о декоративном шелке. Так. Выполняется он сегодня из вискозы с добавлением полиэфирных волокон. Вот такой эстетический блеск натуральной ткани. Посмотрите, я провожу рукой, внимание за этой волной, да, посмотрите. Вот он как переливы дает четко, как натуральная ткань. Но при этом является более практичной. Огромное количество стирок, без потери формы, без потери качества. Это ваши надежные инвестиции в собственный уют. Не упустите свой шанс оформить свой дом по-настоящему.